Добрый день! В сегодняшнем видео мы узнаем, что такое конструкторы в Java и где и как они применяются. А перед началом видео советую подписаться на мой телеграм-канал, где я рассказываю о Java, новых технологиях, фреймворках, вопросах собеседований и многом другом. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайся, если хочешь узнать что-то новое. Как вы помните, из прошлых уроков у нас есть класс Animal с полями Name и Age, для которых созданы setter-методы. Что же такое конструктор? Конструктор — это специальный метод, который вызывается при создании объекта класса. Он позволяет инициализировать поля объекта и выполнять другие необходимые операции. Рассмотрим на примере. Раньше мы создавали животное и только потом давали ему имя и возраст. Как вы понимаете, это не совсем корректно, ведь код не может существовать без имени и возраста. Чтобы не возникало такой ситуации, нам необходимо сразу передавать нужные параметры. Здесь нам и помогут конструкторы. Начнем с того, что в классе Animal уже есть конструктор, который называется конструктором по умолчанию, но мы его не видим. Выглядит он следующим образом. В него не передаются никакие параметры и у него пустое тело. Также следует знать, что имя конструктора всегда совпадает с именем класса. Например, если класс называется Animal, то и у конструктора должно быть такое имя. Раньше при создании объекта класса создавался конструктор по умолчанию, но мы не видели этого. Сейчас же, когда мы создали его явно, мы можем написать в нем любую информацию. Давайте, например, выведем в консоль текст Java Developer. Запустим. И увидим его. Это происходит, потому что мы изменили конструктор по умолчанию на свой. Теперь мы можем вернуться к нашей основной проблеме. Передадим в конструктор в качестве параметров имя и возраст животного и присвоим их значение полям класса. Сейчас, если мы захотим создать кота, то нам придется передать в качестве аргументов имя кота и его возраст. Пропишем getter метода для поля name и age и проверим работоспособность кода. Как вы видите, все работает и проблема решена. А на этом видеоурок завершен. Подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Увидимся в следующем видео.